6 дней, они строятся по такому принципу. А каждый день с 10, 10.00. Да, 10 до 17 с перерывом всегда с 13 до 14 можете планировать что-то. Это основной, в общем-то, семинар-тренинг. Это там, где мы будем с вами погружаться в себя, обсуждать какие-то вещи, узнавать феноменологию каких-то явлений, но через себя, все через себя, принцип обучения такой, вот на практике. Работать в тройках, там, где вы будете видеть демонстрационные сессии, которые мы будем проводить прямо с кем-то из вас, чтобы вы видели, что такое настоящая профессиональная работа. Да? Там, где вы будете изучать себя, плакать, смеяться, горевать, злиться, ругаться друг с другом, все бывает, групповая динамика, медитировать, все абсолютно, вот буквально все, все, что делает в жизни. Вот это вот в это время. Понедельник и вторник, так называемые тьюторские группы. Что такое тьюторские группы? Так, и также у вас поставлены четверг-пятница. Тьюторские группы. Кто-то из преподавателей обычно, или есть тьюторы, которые у нас не преподают, но только тьюторами работают. Это практика, чисто видно. Это супервизия очная. Мы познакомимся с разными видами супервизии, с разбором ситуации профессиональных. Здесь вы обучаетесь супервизии, собственно, супервизорским навыкам. Вы начнете, и самая вот большая часть вашей отработки супервизорских навыков будет здесь. Поэтому пропускать это дело не надо. Это вы садитесь в круг вместе с тьютором. Кто-то из вас клиент, кто-то из вас консультант. Поехали. Начнете с маленьких 15 минут, даже может 10 минутных. Вот в первый самый модуль, уже в первый понедельник вы сядете, будете практиковать. Будете учиться маленькими шажками. Вы научитесь уже с первого дня обратной связи, правильной как-то, профессиональной обратной связи развивающей, которая не ранит, а развивает. И вот что мы слышим от многих наших коллег, партнеров, которые где бы то ни было учились. Я правда не знаю, почему это так сложно, но говорят, что мало где встречают вот, действительно так хорошо организованную супервизию, где вот такая бережная, развивающая и очень полезная обратная связь, продуктивная. Поэтому вы этот навык освоите. Мы знаем, что его не очень много где можно освоить. Ну вот по опыту того, где вот обучают даже супервизию. Наверное, про тьюторские группы все, да? А вот здесь у вас среда и суббота. Среда и суббота еще есть. Это так называемые персональные консультации. Вот персональные. Вот у вас будет расписано. Будет расписание висеть отдельно. Будет записано 17.10, 18.10, 19.10 и 20.10. То же самое вот здесь. И будет висеть список тех самых терапевтов, с кем вы можете работать. А здесь будут записаны фамилии, и вы распишетесь по вот тем людям, которые будут представлены вот на какой-то из времен. То есть у вас в каждую сессию включено 2 часа персональной, поддерживающей психологической работы, но по большому счету терапевтической. Ну что, значит, вот это я так нарисовала, не знаю, видно теперь. Вот так организована работа. Защита себя представляет, как я сказала, обсуждение какого-то вашего случая из практики. Неважно, это 1 час или это там несколько часов с одним клиентом, но вы должны будете показать вашу консультационную работу.